Да. В Анапу. В Грецию. В Турцию. Нет. Нет. Нет, поеду только. Геленджик. Нет. Вы хотели бы, но возможности нет. Нет еще. Нет еще. На дачу. Еще поедем. Этим нет. Как бы не выпустят. Нет. Ну, куда-нибудь на юг. Не знаю. Бабушка 3 раза ездила в Таиланд, говорит, там очень здорово. Я хочу этим летом поехать на Кубу, чтобы попить кокосика и с бабками искупаться. В Нидерланды. Не знаю. Европа, может, в Крым. В Грецию. Я не хочу никуда ехать. Я ленивая жопа. We've been to China for 10 days. Then we took the Trans-Siberian Railway from Irkutsk through Novosibirsk, Ekaterinburg to St. Petersburg, and after that we are going to Turkey.